Здорово, чуваки. Это вторая часть по радужным друзьям. Радужные друзья Морфы. Залазы. Нас перекинуло вот сюда вот. А мы просто изи вот так вот сделаем. Так, вот. Видали? Я возьму такого человечка, очень страшного. Вы напугаетесь. Прыгает он как. А ходит он как. Куда я в том разе ходил? Тут я не ходил, тут я не ходил. Нет, тут я не буду ходить. Мне надо в одну потайную дверь. Ее никто не видит, они просто там обошли, а так эту дверь никто не видит. Вот. Yes. Опа, нас, я тут, кажется, был. А, да, был. Это что было? Я возьму вот это вот. И заползу туда. А, не, мне нужен черный. Черный лица. Я же над людьми прикольнулся. Вы видите, кто там? Правильно поняли. Где они таких находят? Так, идем отсюда. Ого, я вижу такой сейчас. А я тут был. Зачем я тогда сюда приходил? Баночку я брал в том ролике, в первой части. Папа.
Ma dai, che non c'è in mano. Двигаемся. А сюда нельзя никак. Так он у меня был. Мне нужно тратить. Он же у меня есть. Ладно, возьму вот этого. Не, он грязный. Тогда обычно. Кто он за мной-то? Хоть какую-нибудь остался. Это что за дверь такие? Я вообще куда попал? Еще музыка какая-то такая. Ребята, блин, а где эта штука? А вот и чё за? Я его взял. Ребята, наконец-таки я его нашел. Пойду туда. Как им тяжело управлять. Thank you.
Ну, ребятки, а эта игра по Роблокс, она очень клёвая. Сейчас я покажу моему брату, он тоже блогер. Глянь, братишка, кого я выбрал. На что? Ты, блин, что я купил? Я вот тут, блин, что я купила на прокачку аккаунта. А знаешь, что я взял? Я вот тут вот ее взял. Ну, ребят, а на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А с вами был я, меня зовут Сергей. Всем хай-хай, всем пока.